Непобежденных бойцов, у которых 5 или более проведенных поединков в ММА, не так-то много. А особенно редко таких бойцов можно встретить в лучшем промоушене смешанных единоборств UFC. Чистый рекорд бойца о многом говорит, ведь в таком виде спорта, как ММА, все время побеждать действительно сложно. Сегодня мы рассмотрим топ-5 лучших непобежденных бойцов UFC. 5 место. Адам Халиев. 6 побед, 0 поражений. Чеченский боец Адам, хоть уже и давно подписан в UFC, но все еще ни разу не успел подраться в этом промоушене из-за реабилитационного периода. Однако, в мире единоборств его можно назвать ветераном, так как он является двукратным чемпионом по кудо, и у него еще куча достижений помимо этого. Боевая техника Адама очень впечатляет, и я уверен, что он сможет многого достичь в UFC. Остается только пожелать скорейшего дебюта этому бойцу. 4 место. Каролина Ковалькевич. 9 побед, 0 поражений. Девушка-боец из Польши уже успела 2 раза подраться в UFC. При этом ее рекорд все так же остается кристально чистым по сей день. Ударная техника этой девушки очень даже солидная. Я не удивлюсь, если в скором времени мы увидим, как она сражается за титул. Ведь в женских дивизионах UFC не так-то много конкуренции, а 2 победы в UFC и ни одного поражения в карьере ММА многого стоят. 3 место. Коди Гарбранд. 9 побед, 0 поражений. Еще совсем недавно Коди наделал много шума в первом раунде, нокаутировав также до этого непобежденного Томаса Алмейду. У этого бойца 4 победы подряд в UFC, 3 из этих побед нокаутом или техническим нокаутом. Коди можно смело назвать новой восходящей звездой UFC, ведь зрелищный стиль ведения боя плюс яркая внешность очень ценится руководством UFC. Этот боец также в скором времени может подраться за титул чемпиона, так как хайп вокруг Гарбранда на данный момент довольно-таки большой. 2 место. Джоанна Едрзечук. 11 побед, 0 поражений. Эта девушка с труднопроизносимой фамилией является чемпионкой минимального веса женского дивизиона UFC. На данный момент у нее 5 побед подряд в UFC, и свои поединки она выигрывает довольно-таки уверенно. Отличная ударная техника в исполнении Джоанны – просто загляденье. Польша может гордиться, что такой боец выступает под флагом этой страны. Джоанна без сомнений по праву занимает 2 место в нашем топе. 1 место. Хабиб Нурмагомедов. 23 победы, 0 поражений. Обладатель самого впечатляющего чистого рекорда в UFC, дагестанец Хабиб Нурмагомедов, уже не первый год наводит ужас на легкий дивизион UFC. Хабиба можно смело назвать главной угрозой для чемпиона Рафаэля Дос Аньоса, так как уже побеждал его в доминирующей манере. Многие фанаты в России ждут, когда Хабиб наконец-то подерется за титул. Однако, из-за постоянных травм и других важных причин, Хабиб так и продолжает маячить около титула легкого дивизиона, в надежде когда-нибудь ухватиться обеими руками за чемпионский пояс UFC. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте и ждите новых видео.